реклама. Мы находимся сейчас в хорошем, необычном месте. Кто, наверное, смотрел за нами? Алекс, всем поздоровайся, скажи привет. Мы сейчас находимся на самом опасном месте, как всегда ты любишь говорить. Ну, в общем, друзья, с чего мы начнем? Начнем мы с самого интересного. Мы поспали, тут хорошо, хорошечно выспались. Сейчас мы двигаемся на самый необычный край этого мира, так назовем, потому что сейчас мы, друзья, начинаем наш... Какой четвертый день путешествия, блин? Это ужас. Это просто ужас. Позавтракали, попили колы, попили кофе. Сейчас двигаемся. Наш удивительный край. Что мы, друзья, пытаемся сейчас донести? Во-вторых, я хочу сказать коротко, но в необычном формате. В этом месте, друзья, происходят уникальные события. И странные, и страшные дела. Мы попытаемся достичь несколько целей. Это вершина. А во-вторых, мы должны пройти в одну пещеру. Ну, не в одну, их там много. Так что, друзья, ставьте лайк, а мы начинаем наш удивительный край. Правильно, Алекс? Да, двигаться будем самый вверх, потому что объект основной, и паранормально стоит задача. Мы открыли стекло, не знаю, у меня три кофты, и думаю, будет тепло. Ну, как говорят, там наверху минус 3. Ну, для трех, да, мы замерзнем, но обещаю, будет очень круто и красиво. Так что ставьте лайк, подписывайтесь и двигаемся. Так что, друзья, мы двигаемся, а вы следите за нами. И еще мы сделаем стрим. Так что, удачи нам. Ну что, Алекс, что скажешь? Видите, холодно. Посмотри, там какая гора красивая. Как ты думаешь, что мы сейчас будем делать там? Ловить что-то паранормальное, потому что погода портится. Там сейчас метель найдет. Это скорее всего, потому что здесь очень странно. Ветер такой, ну не сказать, что холодно, да? А там вообще еще одна гора. Посмотрим сейчас, как будем выходить из ситуации. Потому что нам надо вон туда, а вот церковь, видите? Друзья, вот такой необычный момент, тоже интересный. Но в связи с всей ситуацией мы попытаемся вам показать много чего интересного. Так что мы начинаем, сейчас собираемся и едем. В таком месте как не ехать. Всем привет! Начинаем наш удивительный
Я уже устал идти. Нет, ну чувствую прям прилив энергии, друзья. Множество из наших событий людей. Подъем. Какой низкий-то. Алекс еле идет. Понятно. Так.